Почему я должна знать все и контролировать все, когда у меня есть люди и у меня есть деньги на найм этих людей? Я могу делегировать там описание, заливку видео, посев в социальных сетях, я могу все это делегировать, и пусть люди этим занимаются. Зачем мне это знать? Когда я настаивал, чтобы она хотя бы посмотрела видео, как это и для чего это, и с чем это едят. Чтобы все контролировать, надо хотя бы понимать, куда смотреть. Это очень важный момент. Например, если вы начинаете контролировать условно обложку или баннер вашего канала, вы, как истинный начинающий видеоблогер, просто должны понимать, что обложка или баннер – это то, что встречает. У нас встречают по одежке. И то, о чем ваш канал, должно быть понятно с первого взгляда. Там не должно быть вашей фотографии там в полный рост, потому что вас пока не знают. А если знают, то в определенных кругах. Дальше. Там должно быть некое УТП. Что это за канал? О чем канал? И самое главное, этот баннер должен отвечать на вопрос, зачем мне смотреть ваш канал? Зрителю отвечать. Не вам, а зрителю. И вот когда вы будете проверять работу вашего замечательного, дорогущего дизайнера, который нарисовал вам очень крутой баннер в трех вариантах, вы задайте себе элементарный вопрос. Как зритель, зачем мне смотреть этот канал? Что я узнаю? А потом две вещи, потому что люди приходят решать свои проблемы, да? И вот такие вопросы, которые мы обсуждаем, это что люди будут делать, посмотрев мои ролики, либо баннер, да, либо что они перестанут делать после моего просмотра видеоканала, да. И здесь важно понимать, вам не надо быть дизайнером, вам надо понимать, где можно накосячить. То же самое касаемо и тегов. Вам, я понимаю, что тяжело осознать, что это SEO-продвижение, там теги, метаданные, оптимизация канала там, да, но хотя бы знать банальные базовые принципы, что нельзя ставить там теги конкурентов, нельзя ставить односложные теги, да, надо ставить, допустим, и подбирать эти самые ключевые слова, насколько они релевантны к вашему бизнесу, к вашему каналу, к вашей аудитории, да, вот надо это все понимать, чтобы вы могли проверить. Давайте на примере, вот, да, вот вы просто покупаете какой-нибудь вкусный торт. Вам говорят вкусный, но вы никогда не пробовали ни одного торта. Вы должны попробовать. Но прежде, в идеале, вас надо завести в хорошую кондитерскую. И чтобы в этой хорошей кондитерской попробовали этот торт, это пирожное, это там макарон, да? А потом завести в дешевую кондитерскую, а потом завести в магазин и купить макарон, который там, не знаю, срок годности у него там год. Или пирожное купить с сроком годности там, не знаю, 2 года, да? И попробовать, чтобы вы, у вас было сравнение, чтобы вы хотя бы, вас никто не просит знать, как готовится эклер. Но вы должны отличать хорошее от плохого. Вы должны сразу сказать, что это хорошо, а это плохо. С пирожным проще, а вот с оформлением канала, с оформлением ролика очень и очень проблематично. Но хотя бы мы именно и школу делаем потому, чтобы вы понимали, как проверить, куда смотреть статистику. Потому что когда вы будете потом покупать рекламу у блогеров, вы очень часто принимаете решение эмоционально. О, он мне нравится, я по глазам вижу, что он не обманывает, у него классный контент, у него классная подача. А вы должны смотреть статистику и куда смотреть, да? На возраст зрителей, на количество лет, которое у этих зрителей, на время удержания, а это элементарная кривая, потому что очень много роликов выпускается с удержанием там первые 20 секунд, и когда вам предлагают рекламу на третьей минуте, то в принципе это называется вам проще пойти взять свои деньги и слить их в унитаз или отдать их лучше всего какой-нибудь там детский дом либо приют для животных, потому что будет эффект больше, вы не знаете куда смотреть, а мы показываем
пару вариантов, куда смотреть, чтобы какие вопросы задать вашим исполнителям. И уже тогда вы будете контролировать практически все, да, зная, какие вопросы, когда и кому задавать. Когда вы будете говорить с дизайнером, вы будете говорить, я хочу оформление канала и групп в социальных сетях, потому что вам это надо. Когда вы будете говорить с дизайнером, вы будете просить дизайнера, чтобы он вам нарисовал не одну обложку, баннер на ваш канал, а три. Потому что для Нового года это одна обложка, для майского там, или 8 марта вторая обложка, и общая это еще одна обложка. Потому что потом вы скажете, вы нам такого не говорили, вам скажут дизайнеры. Либо вам на монтаже скажут, мы об этом не договаривались. Когда вы будете обсуждать время монтажа, потому что очень часто много моих клиентов, они покупают монтаж, они не знают, что они договариваются за минуту монтажного времени. Они думают, что договариваются на весь ролик и снимают там ролики по 20 минут. Потом им выставляют счета огромные, 5 роликов по 20 минут, это получается 100 минут, они должны оплатить там 300 тысяч рублей. Говорят, подождите, у меня 5 роликов было там по 1000. Это я должен 5000, а не 300, да? А им говорят, вот посмотрите, вы же не читали, это мы, был договор, одна минута монтажа стоит столько, одна, а не 15 или 20, а все просто. И здесь вы обязаны платить, потому что то, что вы не поняли, либо не дочитали, либо не дослышали, это ваша проблема. И вы будете платить, потому что в любом случае вы тогда потеряете канал, понимаете? И вот здесь вся эта история, она про то, чтобы вы знали, куда смотреть, вы знали, что проверять, вы знали, у кого спрашивать и как это контролировать, чтобы вы понимали, как можно анализировать, как можно узнать стоимость той или иной работы, как можно понимать, сколько вам денег нужно на покрытие той или иной целевой аудитории. Чтобы вы знали, потому что многие приходят к вам, им выгодно и продвиженцам, и тем, кто делает рекламу, им выгодно. Сказали, кто ваша целевая аудитория? Вы такая, все. Пожалуйста, бюджет на всех будет сравним с бюджетом Первого канала. Вам будет дешевле делать рекламу на Первом канале, потому что там тоже все, там аудитория все. Да, и тут там по программам бывает ночной эфир, там вечерний эфир, утренний, да, там время показа разное. А когда вы говорите все, вам скажут, ну вот держи тебе счет за рекламу и вот тебе за настройку, да? И дальше вы понимаете, что разные целевые аудитории, разные группы, разные подгруппы. Жители, допустим, Новосибирска – это одна целевая группа, да? Жители Москвы – другая. Те, кто работают на заводах – третья. Те, кто работает в офисе – четвертая. Пенсионеры – пятая. Пенсионеры – женщины – шестая. Мужчины. И так вот дальше, дальше. Ваша, чем уже будет ваша целевая аудитория, тем, а вы знаете, ни один специалист по настройке рекламы не знает лучше, чем вы, вашу целевую аудиторию. И все вот на этих полочках стоит, поэтому вы не хорошо было бы или надо знать, вы должны знать, потому что если вы не будете знать, вас будут иметь везде, морально, материально там, да, там, то есть вот физически, да, потому что вы будете вымотаны вообще, да, и причем у вас работа, которая раньше доставляла вам удовольствие, будет доставлять вечный панический страх, что сейчас к вам приходят и вас будут обманывать эти злостные фрилансеры. Поэтому вы должны знать все, чтобы контролировать все, мониторить все и платить только за ту работу, которую вы заказывали и получили ее в полном объеме. Пора барабану.